Последний реактор для Ачинского НПЗ начнет движение по трассе М-53 в воскресенье. Высоту он 7,5 метров. Чтобы платформа смогла пройти под пешеходным мостом в поселке Емельяново, виадук поднимут на 2 метра при помощи специальных домкратов. В связи с этим в 4 часа дня трассу могут перекрыть. Состав будет двигаться очень медленно, со скоростью всего 2 км в час. Поэтому не исключено, что вся процедура займет много времени.